Сегодня мы с Даней едем сдавать уже этот драйвер-тест. И вот там надо будет делать восьмерку. Ему показала, как это делать, но я сама не уверена, правильно ли я делаю. По-моему, когда я сдавала, там, по-моему, была нарисована восьмерка. Но самое главное, чтобы вот показать преподавателю, что ты умеешь вот сдавать назад. Нет, там надо ехать вперед, а потом разворачиваться, вот так вот делать восьмерку задом. В общем, сейчас посмотрим. Так, никого нет сзади, ничего. Вот прямо здесь, вот там, возле травки останавливайся. Давай. На драйвей не заезжать, вот так вот, стоп. Включай поворотник. Как он у меня включается, если включаю? Значит, не тот поворотник ты включил. Еще раз. Машин там нету? Есть, так ты должен был посмотреть через плечо. Ты не посмотрел через плечо. Еще раз посмотри через плечо. Ну куда? Сейчас здесь, да. Итак, мы приехали сдавать тест. Вот это вот специальная штучка, где проверяют зрение. Вот там делают фотографии на белом фоне. С нас взяли $6. Мы заполнили документы. И сейчас у нас через 10 минут начнется тест. Данек, good luck to you. Parking for road test only. Это мы заехали сзади. Вход, понятное дело, спереди. Это мы через задницу. Обязательно она говорит, подвезите сюда машину. Весь тест проходит позади магазинов. Вот там торговая плаза с правой стороны от нас. И вот только позади будет проходить весь этот тест. Я смотрела по интернету.